Президент Казахстана Токаев проведет совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Предполагается, что глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан. Также планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения. В совещании примут участие члены правительства, руководители ряда ведомств, акимы регионов,